В начале 90-х, когда писалась Конституция России, вопросы волонтерской деятельности никто не обсуждал. Сегодня это добровольческое движение прочно вошло в повседневную жизнь. Владимир Путин предоставил слово самому молодому участнику рабочей группы. Мы хотели бы предложить закрепить в 114-й статье, добавить пункт о дополнительных полномочиях правительства Российской Федерации о мерах поддержки по именно волонтерской деятельности. Ну, вы правы, не было тогда этого движения, даже и понятие было какое-то для нас совершенно размытое. Сегодня это востребовано. В России 37 миллионов молодых людей от 14 до 35 лет. Это почти четверть населения. Рабочая группа просит им уделить внимание. В Конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике. И это является одной из главных причин того, что процесс формирования соответствующего законодательства носит противоречивый характер. Мы предлагаем закрепить в Конституцию то, что молодежная политика является предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Можно. Да, я согласен с вами. Идея правильная. Поработаем над этим. Спасибо большое. У нас волонтерская деятельность полностью развивается как с органами власти, с общественными организациями, полностью помогает и социальным пожилым людям, помощь ветеранам, ну и, конечно же, помощь детям. Наше движение полностью поддерживает нашего лидера Ольгу Амельченкову с тем, что она предложила, что это своевременно как раз включить в Конституцию Российской Федерации деятельность добровольчества. Всего по стране уже 500 проектов поправок в Конституцию России. Их с каждым днем становится все больше. Саднам Эрдэнеев, телекомпания АТВ.